Всем привет, с вами я, Наталья Гудкова, и у нас сегодня с вами прогноз на 15 августа 2024 года. Давайте посмотрим, какой я аркан, либо карту дня я достану на сегодняшний день. Итак, смотрите, вам не дают отдохнуть, с вас требуют справедливость. Трудоголизм, да? Вы всегда должны делать несколько дел одновременно. Вы тут очень уставший человек, да? Вас всегда сегодня будут призывать к действиям. У вас не получится сегодня отдохнуть. Либо вы получите много заказов. Либо какой день подряд вы не можете отдохнуть. Просто успокоиться, вздохнуть и выдохнуть, чтобы идти вперед. Ведь королева жезлов вот здесь, да, это планирование, нацеленность на результат. Это когда ты не отступишь от своих задач и справишься перед трудностями. Сегодня наставляют на каких-то либо проявлениях, как решительность, активность, принятие решений. Вот такой сегодня день. О принятии решений, об активном движении вперед и добиваться своей цели. Но не забывайте, пожалуйста, отдыхать и проведите с собой хотя бы 5-10 минут. И сделайте себе что-нибудь приятное. И поблагодарите себя за это. Техника благодарности отлично работает. И я вам желаю каждый день проговаривать 10 благодарностей как себе, так и окружающим людям. С вами была я, Наталья Гудкова. Пока-пока.